Шеф-повар Максим Григорьев. Валаамские щи. Говорят, что впервые письменные советы по приготовлению грибов были даны в домострое, хотя понятно, что этот продукт в русской кухне появился значительно раньше. В своих старых вырезках я нашла старинный рецепт валаамских щей. Точных мер ингредиентов в нем не было, да и понятно, тогда многие блюда готовили на глазок. Не то что сейчас с электронными помощниками. Зато очень красочно описан процесс приготовления с долгим томлением капусты, отдельным обжариванием грибов и последующим томлением уже всего вместе. Время приготовления 2 часа. Ингредиенты. Вода 2 литра. Грибы лесные замороженные 400 грамм. Капуста белокочанная 1000 грамм. Лавровый лист 2 штуки. Лук репчатый 2 штуки. Масло подсолнечное рафинированное 4 столовые ложки. Морковь 1 штука. Мука пшеничная 1,5 столовых ложек. Перец черный горошком 5 штук. Петрушка свежая 4 веточки. Соль 1 столовая ложка. Шаг 1. Для приготовления валаамских щей приготовим белокочанную капусту, лесные грибы, свежие или замороженные, лук, морковь, лавровый лист, стебли петрушки или корешок, перец горошком, муку и соль. Шаг 2. Капусту нарезаем тонкой соломкой. Шаг 3. Складываем капусту в чашу мультиварки, добавляем лавровый лист, перец, стебельки петрушки, заливаем одним стаканом воды и включаем на час программу тушения. У меня мультиварка Polaris 0517AD. Шаг 4. Пока тушится капуста, приготовим отдельно грибы. Сначала их нужно отварить в течение 10 минут. Бульон процеживаем, он нам еще пригодится, а грибы обжариваем вместе с луком и морковкой. Шаг 5. Отдельно поджариваем на сухой сковороде муку до светло-коричневого цвета. Помешивать нужно постоянно, иначе мука может подгореть. Шаг 6. Посыпаем поджаренной мукой грибы и перемешиваем, затем вливаем немного бульона и снова перемешиваем до состояния подливки. Шаг 7. Из капусты удаляем лавровый лист, перец и стебли петрушки, перекладываем грибы и заливаем бульоном, солим и включаем программу суп еще на 1 час. Шаг 8. Подаем щи со сметаной и зеленью. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.